Добрый день, друзья. Сегодня созревает уже Flaming Fury Lakin 13. Сегодня 9 августа 2017 год. Вот такие вот плоды. Крупные или очень крупные. Такой яйцеобразно вытянутой формы с клювиком. Очень крупные плоды. Созревают не одновременно. Такие за грамм 200 такой формы, нестандартной, вытянутой. Много еще твердых висят. Твердый. Дерево молодое. Первое плодоношение. Это в прошлом году он был закулирован в крону другому сорту. Это его вот отбил, поэтому до плодоношения. Первое плодоношение его. То есть показывает, в принципе, очень крупные размеры. Я уже пробовал, вкус отличный. Как у Flaming Fury. Так. Сейчас будем взвешивать и пробовать. 227 грамм. Но это не самый крупный. Это такой самый, можно сказать, средний. 220 230. Ну, так и не маленький, небольшой, средний вес получается. А вот в разрезе я разрезал Lakin 13 Flaming Fury. Очень крупный, напоминает, ну, по вкусу Flaming Fury эту серию. PF23 по вкусу напоминает. И PF5B. Очень выраженный персиковый вкус. Не очень сладкий, но в то же время, ну, ароматный такой персик. Сочный и плотный. Видно, что транспортабельный. Есть кислинка, присущая. Такой гармоничный вкус. Очень вкусный персик. Мне такие нравятся. Хорошо жажду удалять. Жару. То есть у него все тут сбалансировано. Вкусовые качества. Не сладкий и не кислый. То все то, что надо. Рекомендую. Flaming Fury и Lakin 13.